Мурсаками и горячим чаем волонтеры из Каменогорска поддержали и подняли настроение бригадам медиков, полицейских и бойцов Нацгвардии на блокпостах города. Спасибо. Ребята сами испекли более 100 баурсаков, заварили крепкий чай, соблюдая все правила режима ЧП. Баурсаки упаковали в одноразовую посуду, сами одели защитные костюмы, маски и за утро успели развести горячий завтрак на 7 блокпостов Усть-Каменогорска. Сегодня здесь круглосуточно службу несут медики и силовики. Они контролируют все въезды в город, пропуская только машины с продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Как признались сами военные, визит волонтеров стал приятной неожиданностью. На улице сегодня холодно, а баурсаки, да еще домашние, подняли настроение и зарядили позитивом на дежурные сутки. Спасибо волонтерам за такую приятную поддержку. Настроение поднялось. Здесь служим 24 часа в сутки.